города Беларуси. Брест, Республика Беларусь, или телерадиокомпания «Брест». Церемонія узнагароджання переможцев фестивалю ТЕФІ «Содружність» у гэтым годзе прайшла у Ташкенте. Свои работы на міжнародный форум дослали 13 телекомпаний из 12 краин. Гонар представлять нашу республику выпало проекту «Гарады Беларуси», які створила творчая команда телерадиокомпании «Брест» для телеканала «Беларусь-24». Наша программа была сделана с большой любовью городу к нашему, которому будет 1000 лет в следующем году, с большой любовью к нашей стране и с большой любовью к профессии. Творческая группа телерадиокомпании «Брест», ну, я не знаю, наверное, будет гордиться этим фильмом, который вы так высоко оценили. Большое спасибо жюри, большое спасибо Академии за столь высокую оценку. Тема сёлетняга фестывалю гучала так: «Вобраз радзімы, час, месца, лёс». И беларуская перадача трапіла, что называется, у яблычак. Цикл «Гарады Беларусі» у эфиры телеканала «Беларусь-24» знаёміць беларусаў и жыхароў замежжа с вялікімі и малымі городами синявокай. Але перш-наперш здымачная группа познаёмілася з імі сама и знайшла у кожным тое, что варта широкой уваги. Безусловно, приятно получать вот такие награды. Почему это произошло? Потому что, работая над проектом, мы полностью отдавали себе отчет, для чего мы это делаем, для кого мы это делаем и как правильно это делать. Поэтому я считаю, что у нас все получилось. Получилось создать не только красивую, живую, динамичную картинку, рассказать о судьбе, истории, архитектуре Бреста, архитектуре, истории белорусских городов в частности, но и показать нашу сильную, удивительную страну в целом. Продемонстрировать не только прыгажосць родной краины, але и профессийность ее журналиста у творчей группе телерадиокомпании «Брест» удалось блискуча. Зрешты, яны не рыхтавалися до конкурсу, а просто выконывали свою працу, як и заўсёды якасна. Есть люди-творцы, которые уверены, что достойны самых высоких наград, и если им что-то не вручили, то это по чьей-то серьезной ошибке. Наша творческая группа работает не так. Мы работаем 24 часа в сутки, и все потому, что в нашей профессии останавливаться не учиться и не двигаться вперед нельзя. Брест протягивает працу, и тем часом у эфира «Беларусь-24» уже другий сезон городов Беларуси. На телеканале «Беларусь-3» можно убачить познавальный цикл «Артефакты» и литературные «Записки на полях». Больше за то, у новом телевизионном сезоне телерадиокомпания «Брест» обещает еще шмат цікавых проектов у эфира головных каналов Украины. А значит, ее шанец заявить об себе и на будущих международных фестивалях. До встречи в столице Республики Молдова, Кишинев, 2019 год. Ура, не переключайтесь. Спасибо за все, вы классные.